Как же понять, Ирина Хабаровская, Олег Косинович, так абрикосы, выращенные из кочек культурных сортов вашего сада, по-моему, такие же, как из кочек сынов изрутся? Если не такие же морозы, значит, может использовать как подвои. Ну, погодите. Кочки культурных сортов, возможно, не дотягивают до сыновей мажорца. Сейчас я говорю, у каждого есть свое. Помните эту самую статью, письмо, вот, которое заставляет задуматься, что не все так просто. Того Ивана. Так вот, кочки культурных сортов доводить это плодоношение. У вас Хабаров считается. Про него два этих. Караул Хабаровск невозможно, там ничего расти не будет. Хотя непонятно, куда делись эти мировые сорта того же Казьмина или его последователей. Так, а с другой стороны, близок океан, он не замерзает. Если рядом не замерзающий океан, это то же самое, что возле меня не замерзающий Енисей. Почему на ближайших километрах от океана нельзя растить? А? Не надо вам это использовать как подвои. На подвои используйте сыновья мандрюцы. Пусть они заплодоносят. Вот. Написал же человек, что парочка повторит из десятка. А? Хороший кусочек письма. Он прямо буквально это нас по шерсти гладит. Давайте разделять сыновья мажорства на подвое, косточки культурных, выращивать одно плодоношение. Так, Мезенов случайно нашел, ну что-то, видимо, нашел, что-то, видимо, не написал. А что он имел в виду, непонятно. Так, Саратов Сергей. Добрый вечер. Мезенов случайно, случайно нашел абрикос с плодами не менее 150 грамм. Размер 3 листа больше, чем на академике, пообещал дать свет. Так, то есть обещал дать, это не вы. Значит, у кого так кто-то. Так, немедленно все бросить. Все бросить. Вот. Все про этого человека. 150 грамм. Откуда? Пусть даже будет, как в том анекдоте. Идет корова. Вот, глаза такие уже. Эти самые осоловелые. Корова, ты откуда? От верблюда. Так вот, пожалуйста, откуда плоды 150 грамм? Вы видели 150 грамм? Вы сфотографировали или кто-то вам сказал, что у него 150 грамм? Лист в 3 раза больше. Давайте до конца разбирать. Найти. Вот. Обещал дать срезать хозяин. Срезайте. Выращивайте еще поколение с вашими волшебными руками. Такой случай выпускать. 150 грамм. Ох. И узнайте о происхождении. У вас, конечно, допустим, он южный. Допустим. Брянск тоже ведь не Сибирь. А потом будем двигать в сторону Сибири. Вот так вот. Для чего мы с вами тут встречаемся? Так, вопрос. Подскажите, будут ли это будут черенки слива, кто-то рассказал, нет. Он так сказал, что нет. Так, пара черенков, почки расположены плотнее, чем на фаиле, происхождение неизвестно. Ну, пожалуйста, все, что можно. Хотя бы увидеть бы эти плоды воочию. Ну, не может быть, чтобы хозяин не срезал, не сфотографировал. Вы не сфотографировали. Давайте это. Разбираться. Мирослав, я ничего не боюсь, а промежутка интересно. Ну, хорошо вам, молодым. Так, Виктор, нашел про проволоку. Книга называется «Чем лечат олигархов». Вот, и он еще, Виктор, еще пишет. Ну, сейчас мы будем заканчивать. Что же я думал-то? Ну-ка, ну, сейчас вспомню. Если время остается... Арт Витюх, это книга про холох. Но у меня книга, они обычно ничего не убеждают. Вот. Ничего не убеждают. Я в последнее время, даже когда мне говорят, вот в этой книге ваш шанс на спасение, на долгую жизнь. Простите, это так важно. Я все равно не это.
даже не открывая эти книги. Я сегодня с Тимошкой пришел в клуб буржуи. Мы долго-долго жарились в парилке, в сухой парилке. Потом залезли в Енисей, поплескались. Вот. Абсолютно убежден, на 200, на 500%, что если выбирать проволокой лечиться или моржеванием, я даже задумываться не буду. Так, Олег медленно пишет, черенок вышли обязательно. Давайте, может, я успею вырастить. Для меня это пару лет. Татьяна Федосеева пишет, подождем. Что-то у меня там ниже было. Я же не дошел, хотел показать какие-то фотографии. Посмотрим, время останется, может, вернемся к лекции. Я смотрю, писем не так много. А что вам уже писать, что вопрос задавать, вы уже все знаете. Так, так, так. Ждем, что напишет Татьяна Федосеева. Там-там-там-там-там. Там-там-там-там. Ага. Медь очень важный элемент, и дефицит в наших телах. Может, дефицит меди и деревья угнетает. Вы знаете, может быть так, но весь вопрос заключается в дозировке. Любое лекарство в больших количествах превращается в яд, вы же знаете. Где на граница? Я не знаю. Помните, серебряная вода. Ой, это самое. Щелочная вода, чем настолько не лечат. Есть хороший способ. И меня это, я всерьез говорю так. Голодание, значит, пост, моржевание. Ну и когда совсем хреново, 100 грамм огурчик. Последнее вы не слышали. Но я не запрещаю вам обмениваться вот этими вот своими. И я только за, если вы будете общаться и делиться всем, чем угодно. То, что на первый взгляд бывает невероятным, на второй взгляд окажется спасением. Для деревьев, для нас. Последнее письмо звучит так. Проволока может быть в обмотке, один виток хватит. Ну что, друзья, наверное, мы закончим. На сегодня закончили. Вот, я надеюсь, время прошло не зря. Так. Будем прощаться. Не забывайте, что уважаемый товарищ написал, а кто сказал, что я прав, кто сказал, что, что не он прав. По 73%, а? Абрикос повторяет на 73%. Да сейчас у меня должна очередь выстроиться за косточками. Вот с этого момента. Вот сейчас отключу компьютер. Вот, и сразу сотни писем. Срочно, срочно, срочно. Косточки абрикосовые. Вот. Это научные данные, видите? Фенотип на 73. А, ну, давайте еще минутку. Фенотип размера на 23. Ну, 20% это 5 штук заказал, вы уже имеете размер. Так. Сам фенотип, я пытаюсь объяснить. Генотип понятно. Яблони, как яблони, все это фенотип. Абрикос, как абрикос. А потом смотришь, у одного такой абрикос, у другого такой, третий такой. Один на севере живет, как ничего не бывало, другой на юге, как ничего не бывало. А поменяем местами, и тому плохо, и тому. И получается, на конкретном месте мы имеем уже фенотип со своими особенностями. Вот. И вот он получается. Ну, не буду придираться.
Для меня эти цифры, ну, наверное, все-таки, наверное, а нет, не так, наверное, все-таки они получались в своих условиях. Это сады ближе к моносадам, так? А мои результаты, почему я не согласился? В смешанном саде. А что такое в смешанном саде? Что такое смешанный сад? Еще раз. Значит, прикалываться можно на прощание. Итак, одна из тех Тимирязевых, выпускница и Тимирязевками зовут, да? Вот. Итак, сорта примерно звучат, ну, истина. Сорта в саду железа. Вот. Нет, из семян саду железа. В смешанном саду железа вырастут дички и жердели. Ну, тогда речь идет об абрикосах, правильно? Про дички и жердели. А это ложь и мошенничество. То есть в моем смешанном саду вот это не повторится никогда. Значит, давайте тогда делить так. И он прав. Но это будет сад какой? Это будет сад. Ну, почти моносад. А мой смешанный, где рядом с маньчжурцем растут королевский, Манитоба, Амур, вот эти близко. Так, и вот они повлияли так, что сколько не вырастило этих самых сеянцев из-под одного дерева, сеянцы одного, росли вот такого расстояния друг от друга, под патриархом, получили совершенно разные плоды. А теперь гадайте, или бабушки, дедушки, или соседи. Вот, ветром надуло. Да, вот, ветром надуло. Получается, что прав и уважаемый Иван Хуторов, вот. А для моего сада, моей, как это назвать, наблюдения, это еще не подтверждается. Вот. Но эти цифры не должны никого пугать. Это значит, что шансы на культурный сад из моих косточек очень высок. Настолько высок, что вот сейчас, кто видел эти цифры, вот, посадив 10 косточек 100-граммовых, вы получите пару деревьев 100-граммовых. Так, где очередь? Ну-ка, быстренько, ребята. Сегодня есть, а завтра нет. Успевайте. Я знаю, что я получу завтрашнего утра 1-2 заказа. Надо было 1-2 сотни заказов. Вот так вот. Ну что, закончим на этом. Давайте заканчивать. Вот. Так что я жду заказы. Не, ну спасибо Ивану Хуторову. Но если бы не его письмо. Хотя это настоящий ученый. Нам такие цифры недоступны. Поехали. Остановить трансляцию. До свидания, друзья.